Он любит слушать музыку, но не может под нее танцевать. Так же, как и пойти в горы, о которых мечтает. Он очень любит машины, но о своей ему пока рано даже думать. 13-летний Тимур в Гео настоящий мужчина. У мальчика нет отца, и в семье он за старшего. Тимур рассказывает, что любит помогать маме по дому, не стесняется пылесосить и даже хочет чинить с дядей машины. Парнишка рвется во взрослую жизнь, несмотря на то, что жизнь его собственная тяжела. На вопрос, а чего бы тебе хотелось, отвечает скупо, по-мужски. Да ничего, практически ничего. И лишь потом, опустив глаза, тихо добавляет. Я хочу нормально ходить. У Тимура Бгео детский церебральный паралич. Несмотря на диагноз, ребенок старается жить полноценно, ходит в школу, читает книги. Однако с возрастом ходить ему становится сложнее. Походка шаткая, от этого мальчик еле держится на ногах. Его мама Вера Сулейманова мечтает об одном, чтобы ее Тимур нашел свой путь и самостоятельно по нему пошел. Сейчас у нас проблема в ходьбе. Ему стало очень тяжело ходить, и нам просто необходима операция. Жизненно важно, я бы сказала, потому что стал жаловаться и на боли в ножках. И просто сейчас в экстренном положении, нам нужно прооперироваться. Я хочу, чтобы мой сын максимально полноценным стал человеком, в этой жизни нашел свой путь. У Тимура есть шанс на полноценную жизнь. Мальчика готовы принять в новосибирском НИИТО, провести коррекцию деформации стоп, устранить контактур нижних конечностей, стабилизировать коленные суставы. Все для того, чтобы в положении стоя ребенок не ходил на полусогнутых ногах. Невропатолог Сухумской детской поликлиники Роза Синатан рассказывает, если операция не состоится, есть опасность, что Тимур перестанет ходить вовсе. Если операция не случится, то есть контрактуры могут нарастать, спастика будет нарастать, и ему будет все труднее и труднее ходить. То есть ноги будут запутываться, и он будет падать. Помочь Тимуру Бгео может каждый желающий. Прямо сейчас, не отходя от экранов телевизоров, отправив смс со словом «Добро» на короткий номер 5050. Потратив всего 20 рублей, вы внесете свой вклад в большое будущее маленького человека. Судьба Тимура Бгео в руках неравнодушных жителей Абхазии. Элеонора Гилая, Сасры Куагуха, Абаза ТВ.